Здравствуйте, мальчики и девочки! Доброе утро всем! Меня встречает очень красивый вид. И посмотрите, я подготовила место для дивана. Сегодня к нам придет длинный диван, очень похожий вот на этот, только на 3 места. Спасибо вам всем за ваши советы, только потому, что вы мне посоветовали, я это действительно увидела, что именно большой диван вписывается в то место. Так что вот там будет длинный диван, здесь коротенький и вот такое вот кресло. Там у меня есть Макс такой, он все кричит: пуфик, пуфик нужен для ног. Но если я поставлю сюда пуфик для ног, то здесь точно будет загромождение. А мне хочется эту комнату иметь как больше места на ней. Чем больше места, тем лучше. Я уже и так загромоздила, поэтому вот здесь у меня мои орхидеи. У меня еще в планах купить орхидею одну, вот, может, 2 даже. Вот у меня там еще 2 такие, тоже место есть для орхидей. И вот, конечно, вот эта зелень тоже уйдет. Это все сейчас стоит, просто мы не знаем еще куда чего. Ну вот, хочу просто вам показать, как выглядеть будет моя веранда с тремя стройкой, так скажем, с тремя принадлежностями или с тремя диванами, с тремя предметами мебели. В общем-то, вот так. Спасибо всем вам за то, что вы принимаете участие. И мне очень нравится это. И, пожалуйста, вам. Еще солнце не выглянуло, правда, вот видите, уже солнце начинает выглядывать. Начинает уже. А здесь еще оно почему-то не дошло до нас. Так, сейчас я... Что я сделаю? Ой! Вылезу немножко, выгляну и покажу вам утро. Вот нам надо дерево вот это вот убрать, оно мертвое, видите, на нем ничего нет. И вот нам нужно заказывать какую-то службу, чтобы нам это дерево убрали. Потому что если, не дай бог, ураган, то оно первое упадет на наш дом. И вот такая вот тишина. Сосенки у нас здесь. Как же мне хоть встать-то? Пока Винни спит, я проснулась и хожу по дому. Хожу, брожу и думаю, и правда ли это мое? Еще все спят. Еще времени только 6 часов. Все, всем хорошего дня. И мне тоже нужен хороший день. Сегодня я работаю, завтра я выходная. Завтра у нас большой день. Должны привезти мебель с Нью-Йорка, и еще нам придут завтра менять полы. Короче, все в один день опять.